Привет, привет, привет. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Привет, привет, привет всем. Привет, иди сюда. Иди, ложись сюда, иди. Моё маленькое. Моя кошечка. Привет. Вот. Ну-ка, не кусайся. Поздоровайся с ребятами. Вот вообще красотка. Хорошая киска. Ну-ка, посмотри на камеру. Вот это моя кисулька. Мы назвали ее Картошка. Да, мне вчера подарили на фан-встрече котеночка. Вот эту вот пусечку. Пусика вот этого подарили. Меня так Костя обсирала же, в смысле? Где? Спасибо огромное. Это же династия. Это слишком большое имя. Мы думаем, как бы придумать что-нибудь покрутое. Мы пока ее называем Картошка. Но так, сейчас я придумаю, как ее назвать. Да, Картошка. Не знаю насчет горохового эфира, я не знаю, не знаю. Я. Кто это, блядь, в 20:30? Не поняла. Куда зайти? Вот человек, который мне писал, где меня засирала Костя, ну, пожалуйста, напиши мне еще раз. Мне очень-очень стало интересно. Пожалуйста. Меня в эфире ждет Аня? В смысле? Никто вроде не звал. Где Настя? Назовите ее Вискарик. Уходишь домой, тебе Вискарик ждет виски. Да вот я тоже думаю виски назвать. Больше из преподавателей мне нравилась Мария Третьякова. Казбек четко имя. Гора плюс. Здравствуйте, представьтесь в горе. Алкашка. Нет, ты чего, Маш, я не пью, я просто заболела. Идите сами Горохова, я хочу посмотреть только Диану. Вискарик, блин. Алкашка, Маша, иди нафиг. С Горой совместно сделаем. Ты голая, ну-ка покажи. Покажись, да, сейчас. Привет, привет. Нет, не мужик. Да не, я сама. Мой эфир, я хочу. Девочка-котенок. Ты чё падаешь-то, а? Это мой тигр. Сейчас посмотрю. Да гора даже меня не скидывала. Я бы зашла. Привет. Я не игнорю.
Нет, я не жалею. Порода, по-моему, сиамская. Ты чё падаешь под диван? Она всегда на связи. Ой, надарили кучу всего, всякие духи, конфетки, шоколадок просто вот так. Мне кажется, мне на 350 лет не хватит. Ой, точнее, хватит. Это вообще... О, фан-встреча вроде прошла нормально. Там прикольно было, мне понравилось. Все такие отзывчивые были. Поддерживали меня, так приятно было. Вообще спасибо, ребятки, если вы здесь есть, вы клевые. Привет, наверное. Да, помню. Ты такой красивый голос, господи, не сейчас мне это. Чего не назови ее? Ее надо на С. Дай шоколадку. Конечно. Ой, я икаю, простите. Неважно, отвали. Окна. Эти. Привет, Тобольска, привет, Тобольску. Феня. На букву «кс-кс» надо, видишь, «с», чтобы было. У Грын 2000 больше смотрят, подключусь к ней. Да нет, спасибо, не хочу. Что-то я вообще устала и болею. Надо какой-нибудь трэш сделать. Что-то у меня с притчей, простите, ладно? Настя, хочешь щенка питбуля? Они тут с семьей разводят. Висну? Да не хочу я к Гаре на эфир. Я просто зашла сказать вам огромное спасибо. Я немного просто приболела чуть-чуть. И поэтому такая вообще грустная и никакая. Настя на кухне, я в комнатке. Вообще не должно тебя волновать, девушка я или пацан вообще. Такие олени. Я теперь своих фанатов называю Денчики. Это вчера ребята придумали. Я у них спросила, как будем называться. Они говорят, давай будем Денчики. Я говорю, ну давай, я буду вас называть Денчики мои. Теперь вы Денчики. Кокс. Кстати, тоже прикольное имя. Вам посмотрите на моего кокса. Привет. Спасибо, Ялта. Вот что прекрасно. Здесь не жесть. Я не знаю, что за фигня. Интернет, наверное. Милос. Ор просто. Борисом назови. Так это же девочка. По ДД сдавала легко. Выучила вопросы и все. И ответы. Люблю тебя, Саша, я тебя люблю. Она победила. Такая крутая, вообще рада была встреча с вами, фан-встреча вышком. Спасибо большое. Я очень нервничала вчера, это просто жесть была. Котенок, да хорошо. Приучаю ее на пеленку писать. Так я и так наслаждаюсь. Вы
выздоравливай, золото. Золото, спасибо большое, люблю. Настюша, я тебя люблю. Горох тоже в эфире. Да мне, ну и что? Когда в Екатеринбург, я пока не знаю. Я хочу в отпуск, ребята. Китя. Картошка. Кс-кс-кс. А картошка? Привет, привет. Спасибо большое. Что я такая классная, что у меня, что ты от меня фанатеешь. Очень приятно. Я из Тюмени. Ты кто? А ты кто? Не, у меня нет любимого трека. Ну, потому что мне может нравиться песня, через 10 минут мне может нравиться уже другая. Простите меня, сегодня вообще никакая. Сиамская кошка. Что? Что, моя маленькая? Иди сюда. Пойдем. Пойдем ложиться. Ложиться будем? Пойдем спать. Пойдем. Она не хочет. Хлоя. Нет. До фан-встречи будешь еще делать в Тюмени? Я думаю, что, конечно, еще сделаю. По гороскопу. Кто Дианчик? Я рыба. А ты кто по гороскопу? У меня. Ты рада, кошки? Конечно, рада. Привет, Кристинка. Да дела вообще нормально. А ты как? Настя. Любимая. Мне кажется, становлюсь лесбой. Блин, вы такие крутые все. Поставим какую-нибудь фигню, пишут. Я думаю, господи, что за фигня? Ты не кушайся, кушака моя. Кушака. Нельзя кусаться. Вообще, спасибо за котенка. Это мой кот, вообще моя картошка. Да, конечно, сама живу. Первая татуировка вот эта вот. Очень плохая. Сделана в 15 лет. Ай-яй-яй, котеночка подарили. Ну-ка, котеночек, ты царапаешься. Котеночка вчера подарили. Хоп, давай. Нет, да, ладно, не знаю. Кошка моя, иди сюда. Я не знаю, если будет тур по городам, ну, вот у девочек, типа, если они меня позовут, то будет вообще нормально. То приеду, а если нет, то сама буду. Как говорится, гастролировать. Да, встреча прошла хорошо, я так переживала, бы вы увидели. С кем общаюсь? Смысл общаюсь с Даной, с Катей Белой, все. Спасибо большое. Я стараюсь для вас. Думаешь, позовут? Я вот не знаю. Ребят, знаете что? Я хочу разыграть одну футболку. В Инстаграм. Как хотите такое? И буду потом выбирать. Как говорится. Сейчас вам скажу. Что-то там генератор случайных чисел есть же. Я вот так выберу и отправлю футболку в любой город. Не грусти. Да я устала сегодня, приболела чуть-чуть. Целый день сплю. Позовут, попробуют, только не позвать. Да-да-да. Она моя уже. Сохрани эфир. Давай совместный прямой. Ой, давай не сегодня. Я такая вообще никакая. Да, есть с Настей вообще тут. И тебе fuck you. Мне 23 года. Насчет футболки все не против, да, разыграть? Хотите? Разыграю.
Ты носишь лифчик? Нет, не ношу лифчик. Крутой вопрос. Кристиночка, давай потом. Допустим, завтра. Завтра я буду себя чувствовать хорошо, и завтра будет еще прямых эфиров, если вы захотите. Я не знаю, почему Милос не было в Питере. Да, у меня есть девушка. Давай поженимся. Вообще всякую дичь пишут. Господи, достали этот вопрос. Отвалите. Насчет, ты девушка или парень? Полети отсюда. Отличный костюмчик. О, спасибо большое. Покажи тело. Да, сейчас. Разденусь догола. Подожди, уже трусы снимаю. Господи, как я? Почему вы всегда такие все пошлые? Понимай, как хочешь. Настя на кухне. Кто выиграл? Не знаю. Боря, дела нормально, только вообще какая-то никакая. За границей была один раз. В Киеве. И все, так нигде не была. Так. Секси. Спасибо огромное, что вы меня поддерживаете. Я вообще задаю глупые вопросы просто постоянно. Болею, просто вот чуть-чуть. Белье мужское ношу? Нет. Рапац. Тут картошка пришла. Ну, вообще, с горой, да? Я не знаю, как я себя вижу 30 лет примерно. Ты царапаешься, я тебе... Все ногти сейчас откушу. Гора, хочешь со мной эфир? Настя зовут. Ну, давайте я задумаю к горе эфир, ладно. Все, сейчас.